Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. Мы сегодня с вами поговорим про смысл жизни. Что такое смысл жизни? Каждый из нас в определенный момент времени задумывается о том, что является смыслом его жизни. Это абсолютно естественно и нормально. Таким образом, мы хотим, чтобы наша жизнь была более значима, осмыслена и ценна для нас. Таким образом, мы можем повышать уровень субъективного благополучия или счастья. Однако это совершенно непросто – найти смысл жизни. И такие вопросы возникают абсолютно у всех людей. Вы не одиноки. Как найти смысл жизни? Первый шаг к более осмысленной жизни – это понять, какие ценности у вас есть. Какие вещи наиболее значимы и важны для вас? Ценности – это утверждения или базовые принципы человека. Это буквально те характеристики, которые хотел бы иметь человек. Каким человеком вы хотели бы стать? Более сострадательным, дисциплинированным или гибким? Реализация собственных ценностей – это и есть путь создания смыслов в нашей жизни. Второй этап создания более осмысленной жизни – это постановка целей. Буквально, каким образом, в рамках каких целей реализуются мои ценности? Цели могут меняться, а вот ценности более стабильны. Например, у меня есть ценность быть поддерживающим и справедливым родителем. И я тогда могу поставить себе цель – поддерживать своего ребенка в новых начинаниях. Не стоит забывать, что смысл жизни – это нечто индивидуальное. Главное определить, что действительно для вас является ценным и значимым, и действовать в соответствии с этими целями. И, пожалуйста, помните, смысл жизни не находят, его исключительно создают.